сухой корм для черепах, который добавляю своим птицам во влажный карман. Все это давлю бутылкой. Я как-то попробовал здесь много всего. Он тут гранулированный. И дафния, я вижу, там есть. Я немного его продавлю, прокатываю бутылкой через бумагу. И добавляю во влажный птичий корм. Ну, у меня свой способ приготовления. Я делаю из овощей. Корм для черепах, короче говоря. Можно отдельно дафнию покупать, рачка. Ну, птицам вреда не будет.